Всем привет! Делаем обзор на новый скин Маокая, который приурочен к выходу обновленной карты Shadow Isles. Это перерисованная карта Twisted Tree Line. Этот Маокай, может быть, будет ограниченно доступен в магазине, то есть доступен только какое-то время после выхода карты. Сейчас идет голосование по этому поводу. Мы тут сторонний наблюдатель. Давайте посмотрим, какие эмоции у нас испытывают наши деревья. В принципе, анимация не отличается особо. Да, не то что особо, вообще не отличается, исключительно самой фигурки героев. Такой же у нас танец. Та-дам! Главное, действующее лицо здесь куколка, которая бегает по этому большому и страшному дереву. Вот. Сейчас наши деревья чуть-чуть посмеются. Одновременно получилось, ребят. И теперь мы покажем, чем действительно отличаются эти скины, помимо внешнего вида. Это прорисовкой скиллов. Ну, как и во многих скинах, она отличается цветом. То есть у нас такой... Синие идут трещины по земле, когда приземляется куколка нового Маокая. Она теперь злобная. Она с горящими глазами, можно сказать, бежит на вас. Сразу видно, кто тут плохой. Отличаются также скины Кушка. Отличается. Новый Маокай использует свою гранитную плиту, которых у него несколько на спине, чтобы как-то навредить врагам. Притягивание и, соответственно, корневание, по-моему, сильно не изменяется. Да, то есть одинаковые корни. По-другому выглядит ульта. Вот, мы видим сразу две ульты. Одно это деревянные какие-то лопаточки с рунами, с другой стороны это могильные плиты. Все серьезно стало в этом скине. Вот. И еще одно изменение, которое внесли дизайнеры в это бездушное дерево, это анимация смерти. Сейчас у нас один Маокай убьет другого, и мы увидим. О, ДФГ! Вот это да! Он убирает, и у нас появляется такая могилка, по которой бегает куколка и сама закапывается. А мы сейчас убьем второго Маокая, пока у нас первый ресается. Ой, у нас это не получится сделать-то. Да. Ну, как мы видим, то есть тоже куколка бегает по трупу, но уже меньше. И посмотрим анимацию возрождения. Из земли, так же как и бренд, новый скин бренда, вылезает. Все, он готов идти убивать дальше. Вот такой вот новый скин. Всем спасибо, кто смотрел.